доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя история о таком вот храбром парне под именем Чин. Чин – это представитель дворянской породы. Так получилось, что за последнее время у Чина на задней конечности выросло образование. Наша сегодняшняя задача – удалить это образование и дождаться через 7-10 дней ответ. Ответ, который, дай бог, чтобы был положительным, чтобы все было хорошо, и в дальнейшем Чин жил и радовал своих владельцев. Поэтому смотрите за нашей историей. Так, Чин, к нам сегодня приехал Чин, вот такой красавец, на плановую операцию, поэтому будем показывать нашу сегодняшнюю историю в формате видео. Так, Чин приехал к нам на такую вот операцию. На задней конечности в области пальца у него образование. Наша задача удалить это образование, отправить в гистологическую лабораторию и получить через 7-10 дней ответ, нужно ли нам волноваться, а если волноваться, что для этого делать, чтобы в дальнейшем как раз не волноваться. Если можно так сказать. Поэтому вот такой вот Чин настраивается. Владельцы уже настроились. Врач тоже. Поэтому идем вперед. И наша история продолжается. Чин вот пришел ко мне. Вот так вот. Владельцы еще сзади. Вот там вот сидят. Вот. Но он пришел ко мне с такой вот, с таким вот доверием, что все будет хорошо. И у Чина есть еще вот на носике такое заболевание. Мы чуть позже к нему дойдем, если можно так сказать. Сделаем анализы, поставим диагноз и тоже в отношении этой патологии ему в дальнейшем поможем. Да, Чин? Вот такой парень. Так, Чин уже под седацией. Сделали ему укол. И вот он приходит в состояние релакса. И наша история опять же продолжается. Хозяева уже ушли. Чин еще сопротивляется, но препарат все равно сильнее. И через пару минут он будет уже в релаксе. И наша история опять же продолжается. И покажу вам образование, с которым к нам обратились владельцы. Вот такая вот опухоль. Опухоль находится на пальце. Мы сделали рентгеновский снимок и определили, что данное образование не находится на костной либо хрящевой ткани. Это мягкотканная опухоль, которую мы успешно удалим. Чин уже на операционном столе и под наркозом. И мы продолжаем, идем в сторону операции. Для отчетности покажу, насколько большое это образование. Вот такое вот плотное образование, которое мешает нормально ходить нашему Чину. Поэтому наша задача его сегодня успешно удалить. Операция закончилась. Чин приходит в себя, потихонечку просыпается. Сейчас мы сделаем ему капельницу и выведем его в состояние наркоза. Покажу для отчетности операционное место, которое показывает вам, что в данный момент образования нет. Образование успешно удалено, и в дальнейшем Чину во время ходьбы мешать ничего не будет. И в этой истории мы сегодня ставим точку и хэппи-энд. Так, Чин идет уже после операции домой. Чин, вперед, вот покажи, как ты бежишь. Прошло только 3 часа после операции, а Чин уже без опухоли и с хорошим настроением идет домой. Идет встречать своих владельцев. Так, Чин, проходи. Так, покажем владельцы. Вот такая вот неподдельная радость. Владельцы пришли, Чин взлетает. Все бодрячком, все будет хорошо. Ставим точку и хэппи-энд. Мы забыли поводок. Не страшно, спасибо. Так, Чин летит, летит домой, не бежит, а летит. В кусты, Чин.
Да, вот такой как вот парень. Как будто ничего и не было. Как будто ничего и не было. Сейчас у него на ноге специальная повязка, поэтому он чуть-чуть прихрамывает. Но это временно. Он даже ко мне чай. Да. А вот такая вот наша история сегодня. Иди ко мне, домой едем. Чин? Все, он забыл обо всем. Обо всем забыл. Иди сюда. Вот такой парень. Молодец. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня вам.